Ну здорово. В этом ролике я за YouTube буду уничтожать гигантозавров. И чтобы меня не узнавали, я сменил свой золотой скин на самый стандартный. Началось мое путешествие с близов, где я искал себе жертву. На первом близе каждый был занят своими делами, либо отдыхали после боя. На доках также было пусто при достаточно большом онлайне. Я решил немного еще побегать, сгонять, например, на второй близнец. Но тут на меня из-под воды напали водные зухи, решив, что я легкая добыча. Вступив с ними в бой, они почему-то дальше берега выходить побоялись. Забавно. В любом случае, моя задача найти Гигу, поэтому я отправился дальше. Спустя триллион лет скитаний я все-таки нахожу Гигусю, причем еще и сольную, которая сама на меня быкует. Поставь лайк, если веришь в то, что я смогу ее победить. К сожалению, мой голос не записался, да и думаю, он тут и не нужен. Наслаждайся боем под какую-нибудь крутую музычку. Я смог только благодаря твоему лайку. От души душевно в душу. Его друзья явно недовольны таким поворотом событий. Спустя время ко мне ненадолго присоединилась та самая легендарная Блуди, маленький демоненок призрака острова. Бугагашеньки. И нам удалось поймать очередную гигусю, но этот бой оказался просто каким-то цирком. Поняв, что мы не простые юторапторы, гига сразу же рванула к воде. Мы очень долго пытались разными способами ее накусать, но то, что случилось дальше, я, наверное, оставлю без комментариев. Видимо, это какой-то суперпрофессиональный пловец. Бой продолжался на протяжении минут 40 где-то, и 30 из них происходило вот это. Thank you.
Я понятия не имею, как она вообще жила все это время, но выжить удалось. У меня просто тупо закончилась стамина в ноль. Далее ко мне пришла Квантума, которую вы уже знаете из прошлого видео, и мы продолжили охоту. Буквально сразу же нам попалась клановая гига. Такого шанса мы не упустили. Надо как-то сейчас, скорее всего, у меня у правой ноги стоять. То я так не могу. А если я сейчас правую лапу попробую накусать? Попробую. Ясное дело. А можешь не кусать, она труп. Я просто типа учусь. Накусали намного больше, чем нужно было, конечно, рискованно, но почему бы и да. По итогу Гигуся решила сесть и закончить бой. Нам это особо не понравилось, но в благодарность за то, что она не играла от воды, мы согласились. И вправду, мы хорошо посидели. Путешествие продолжается. А это я жду, пока Квантум отошла. Но не могу я сидеть на месте долго. Кстати, я немножечко хулиган, но ты ничего не видел. Далее мы встретили снова сольную гигу и решили покрутить ее вдвоем. Получится ли у нас, смотри дальше. Кусай, нормально. Каким образом ты по мне попал, мне интересно. Я по тебе? Да. Не стоит. При первой возможности уходим. О да, и это было красиво. Мы дали нереальное количество укусов, довели до четвертого экрана и уже просто ждали, пока оно умрет. Но я, блин, как всегда, на что-то отвлекся и не заметил, как гига рванула в мою сторону. Ой, блин!
Максимально нелепая смерть прямо в воздухе. Квантум в шоке. Но так или иначе, очередная гига была убита. На этом все. В следующем ролике будем запугивать и убивать всех рексов вокруг. Увидимся.